Японію часто називають країною сонця, що сходить. В ній стільки незрозумілої чарівності, тут унікальне все, починаючи від сучасних місць, закінчуючи культурою. Японці завжди вміли у всьому знайти гармонію. А ще вони дуже працелюбні. Цей народ не вміє відпочивати. 4 дні відгулів підряд вважається повноцінною відпусткою. Вони ніколи не беруть належні 3 тижні відпустки на рік, а також не йдуть додому раніше. Японія – єдина країна во всьому світі, яка зберегла титул імперії, а династія імператорів ніколи не переривалася протягом всієї історії. На сьогодні у цій країні править імператор Ахікіто, який є прямим нащадком першого імператора, який заснував Японію. Цього року цій країні виповнилося 2673 роки. І саме зараз з нами на прямому зв'язку з Японії Ольга Данчина. Доброго вам ранку. Розповідайте, де саме ви знаходитесь та чим особлива взагалі ця місцевість? Доброго ранку. Во-первых, я бы хотела представить своего сына, он сегодня со мной. Он родился в Толчево. Мы находимся с ним в пригороде Толчево, это небольшой городок. Очень интересная местность, здесь много парков, аллей прогулочных. Очень удобное место, такой небольшой спальный район, удобное место для родителей с детьми. Много зелени. В 40 минутах от нас находятся горы, а в часе езды океан. Но до центра Токио достаточно далеко, где-то около 40 минут на самом скоростном поезде, электричке. Ну, таке райське містечко, мені здається. Знаємо, що у вас уже ранок дуже давно був. Тобто, у вас уже... Що? У нас уже обід. Уже обід. Розкажіть, чим снідали вранці, ну, в плані, чим зазвичай снідають японці, ось, і в чому особливість японської кухні? На самом деле японская кухня очень разнообразная. Есть какие-то традиционные блюда. Сейчас японская кухня уже обогащена блюдами разных кухонь мира. Но традиционный завтрак японский состоит из 3 основных блюд. Это рис, это мисо-суп и какая-то грилеванная рыба. Например, лосось, либо скумбрия. И к ней какие-то добавки, например, маринованные овощи, салатик небольшой из водорослей, либо самое такое необычное для нас – это перебродившие соевые бобы. Они их очень любят и считают очень полезными для здоровья. А для украинцев они смакуют? С большим трудом, только лет через 5 жизни в Японии, я вот смогла наконец-то начать их есть. Також хочеться трішки дізнатись про гостинність японців. Як вони взагалі приймають гостей? Чи зазвичай люблять вони їх приймати? На самом деле, они достаточно гостеприимные. Но проблема в том, что их дома очень небольшие, поэтому приглашать туда гостей достаточно проблематично. У них нет гостиных в нашем понимании, каких-то столовых либо больших кухонь, где вся большая компания могла бы разместиться. Поэтому они предпочитают встречаться с друзьями, с коллегами, с знакомыми на нейтральной территории, вне дома, в каких-то кафешках, ресторанчиках. Но, в принципе, если вы являетесь их близким другом, хорошо знакомым, то они, и у них их площадь позволяет, они с удовольствием принимают вас и как бы почуют всевозможными японскими явствами. Ну, ви вже почали говорити про заклади. О котрій годині вони відкриваються? Чи рано японці прокидаються? І як починається їхній день? Все офисы, бизнес-центры начинают свою работу где-то с 9 утра, так же, как и в Украине. Но, конечно же, какие-то заведения, кофейни, либо быстрого питания, которые работают 24 часа, они либо открываются рано, либо работают круглосуточно. Японцы, сами японцы, начинают свое утро очень рано. И это неудивительно, если они встают в 4:30, в 5 утра, а в 6 они уже садятся на поезд для того, чтобы добраться в центр Токио, к своему месту работы. Это связано с тем, что, во-первых, они живут очень далеко, многие, а во-вторых, для того, чтобы избежать толкучки в самые часы пик, людей действительно очень много, и вот многие предпочитают просто приехать в центр пораньше, начать работу пораньше, чтобы избежать толчии. Вранці вони вживають все ж таки каву чи чай? Да, это очень интересно, несмотря на то, что Япония – это такая чайная страна, здесь очень популярен зеленый чай. Утром японцы предпочитают кофе, они его очень любят, любят разные кофейные напитки, и утро они начинают обязательно с кофе, не с чая.
А що цікавого порадити подивитися з архітектури? Чи є якісь цікаві пам'ятки і чи вдалося вам вже відвідати якісь одну з них? Ой, ну я живу в Токіо вже дуже далеко і, звісно ж, об'їздила і не раз дуже багато міст. Интересного здесь для туристов, вот так же, как и в Киеве, есть старый город Подол, в Токио есть старый район, такой сохранивший архитектуру старинную, храмы, японские сады с карпами, он называется Асакуса. Вот туда рекомендуют прежде всего попасть, потому что он передает дух древнего Токио. Есть, конечно, современное строение, и самое современное и популярное сейчас – это Токийское небесное дерево. Вот это очень интересное. Башня, которую тоже рекомендуют всем посетить, очень высокая, намного выше всех небоскребов, откуда открывается великолепный вид на город, Токийский залив, реки, великолепное место. Поэтому на самом деле много всего. Еще, например, еще такое цікаво, уникально, абсолютно не схоже на европейский, є у Токіо, можливо, якісь місцеві звички, чи, можливо, мода у жінок, чоловіків. Ну да, вот мода очень интересная, особенно у молодых девушек, они любят одевать все несовместимое. Это могут быть какие-то юбки, похожие на занавески, одетые наверх, поверх шорт, сверху у них может быть курточка джинсовая, они очень любят ярко краситься, разукрашивать щеки, вот мы это сравниваем с буряком, щеки намазанные буряком. Но как бы у них это считается модно, стильно, красиво. Вот еще из бизнес-среды очень интересно, что считается непринятым уходить с работы раньше, чем уходит твой шеф, твой босс. То есть нужно дожидаться, пока уйдет он, и потом уходить с работы после него. Вот. Это считается как бы показателем того, что ты хорошо работаешь, очень продуктивно. Вот. Это как бы то, что сильно очень отличается от нас. Що ж, дякуємо вам за такий цікавий екскурс по країні в Дні Східного Сонця. Нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку з Японією була Ольга Данчина.